Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в животные против лесорубов. Так, давай-ка сейчас посмотрим. Надеюсь, тут не будет никаких. Будет подарочек. Просто подарок. Я думал, бонусные обычно, ребята, здесь, когда смотришь. Раньше, по крайней мере, когда я еще в первый раз играл, там 10 реклам смотришь и получаешь награды. Сейчас что-то такого я не замечаю. Ладно, не суть. У нас, короче, здесь животные, друзья мои. А вот это вот что такое на корабле? Вот оно как. Не, нам пока не надо сюда. Давай, наверное, здесь. В общем, тут животные, здесь подарки. Пойдем, наверное, за животным сбегаем. Что у нас тут будет за животина? Мне это интересно знать. Так, ну, я могу только максимум взять одного, ребята. 650, это еще один слот. Так, а здесь сколько? 950. Да. Здесь я ничего брать не буду, ребят. Погнали. Давай вызывать обезьяну уже, в конце концов. Да, наверное, крокодила. Так, сюда мы сбросим кокосы, на всякий случай, ребят. Пускай оно за задницу. Да-да-да-да-да-да-да. По башке ему, правильно. По башке ему, давайте. Ну куда ты там, уже дерево он. Ребят, уже дерево начинает потихоньку рубить. А это посмотри на него. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Блин, мне бы крокодила, наверное, вызвать надо, ребят. Пускай он их там. Да-да-да-да-да, тут обязательно крокодил, потому что он там медик, ребят. И я попробую сейчас своими силами. Блин, что-то мне кажется, что у меня не получится здесь, ребят, своими силами. Вот он, медик, он ест. Медика ест. Давай, 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 давай. Уничтожай медика, крокодил. Будь добр. Есть. А может быть, крокодил как раз для этого и предназначен, друзья мои, чтобы уничтожать медиков. Блин, они его убили. Они убили, ребята, моего крокодильчика. Давай, 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 не сдаемся, ребята, не сдаемся. Давай, родные мои. Блин, по-моему, меня немножко как-то смещает, мне кажется. Мне бы крокодила бы, давай крокодила еще одного возьмем. Потому что вон там медик уже стоит, ребят. Медик стоит и, блин, хиляет их в наглую, ты понимаешь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нельзя. А, он уже начинает стрелков бомбить. Он бомбит стрелков, друзья мои. Блин, дерево, 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 держись. Блин, крокодила запинали. Да как так-то? Так, финальная волна, ребят. Финальная волна. Господи, их там дофига, ребята. Мне главное, чтобы они не уничтожили дерево. Блин, там еще один охотник бежит. Закидываем, 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 закидываем их, друзья мои, закидываем. Не хочу тратить грибы и что там у нас еще. Так. Ну, а кого мы там спасем? Какого животного мы спасаем на этот раз? Я что-то не помню. У нас там вроде змея должна быть, да? Я, насколько помню, с отравлением. И еще кто-то. Слушай, по-моему, справились, ребят. Не хочу сглазить, но, по-моему, все отлично у нас. Фух! Выстояли. Да? Прекрасно. Ты-ты-ты-ты! Да? Как раз то, что доктор прописал. А, олень, слушай, олень, что он нам делает? По-моему, хиляет, да? Угу. Так. Это животное живет в прекрасном лесу. Тарапыры траливали. Да, оно хиляет, ребята.
лечит кровотечение и ускоренный хил. Ну, это элитный скилл. Элитный скилл, сам понимаешь, не так легко, ребята, получить. Так, стадия бонусная. Ну, 4 листочка. Фиг с ним. 4 листочка. Давай так сделаем. Так, зачем мне твой рейтинг? Так, достижение, ребята, получил я какое-то. Оу, да. Спасибо. Спасибо большое. Так, значит, что у нас? На апгрейд глянем. 48,5. Да я, наверное, улучшу, ребята, нашу обезьянку. Это как бы наш основной персонаж. Сам должен понимать, что он у нас везде присутствует, в отличие от остальных. Вот это я не могу понять. Что тут? Что это? Что это такое? Что это? Открывает все локации или что? Не пойму. Открыть. А вот оно что. Мы можем с тобой прокачивать. Мы можем с тобой прокачивать жизнь дерева. Твою налево, точно, мы же это все можем делать. Блин, я совсем и забыл. Животных 42% спасено. Ну что, друзья мои, давайте тогда мы, наверное, рванем. Блин, ну если смотреть так, то нам надо вот так вот идти. Если мы сюда перепрыгнем, это уже будет для нас шоковая терапия, на самом деле. Так что, наверное, все-таки давай делать по порядочку все. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. Джоггер Джек, друзья мои. Ну что, я добавляю оленя сюда к нам. Блин, когда мы с тобой откроем этот улей? Я вспомнил, ребята, улей, это же такая имбовая штука. Ага. Башкина получал. Уже сразу начинает бомбить, прикинь. Не надо туда идти, там же сейчас. Крокодил, давай, выходи. Вот. Обожаю крокодила, ребят, что он за задницу их всех там кусает. Я попробую все-таки, ребят, оленя позвать. Посмотрим. Я уже не помню, если честно, как он там хиляет. А, он просто хиляет, ребята. Он даже не участвует в боях. Нет, участвует. Но его так быстро закумарили, друзья, что... Слушай, вон этот... Чудо-дровосек. Блин, ребята, они мне сейчас... Давай, кокосами их забрасывай, обезьяночка. Да твою-то душу. Блин, я не помню, у них кокосы, у них, по-моему, еще должна быть бамбуковая палка, насколько я помню. Ее то ли прокачивать надо отдельно. Ой-ой-ой-ой, сейчас дерево срубят, ребят. Как-то непростительно на начальных этапах и потерять уже дерево, ну это такое себе, согласись. Крокодил, давай, за жопу этого медика, который там он идет. Да кого ты там кусаешь, ты, господи, ты... Говорю же, медика, блин, нет, он, ребята, он... Кого угодно, только никого надо. Я пытаюсь. Не, ну крокодил-то еще жив, ребята. Два крокодила. О, два крокодила — это сила, ребят. Даже удачная поговорка.
Два крокодила — это сила. Смотри, как они закусывают. А, один остался. Финальная волна. Нам бы вот ее как-то продержаться. Я не знаю, нужен этот. Сейчас попробую, ребята, его вызвать. Оленя. У нас там обезьян-то, в принципе, немало. Он бомбит. А вот это уже проблема. Вот это уже проблема. Танка нету, и все, ребят, начинается. Блин, горелый вот этот бесявый, который стреляет издалека, очень мощно бомбит, ребят. Очень сильно стреляет. Блин, да когда эта волна кончится-то, эй? Ну? Смотри, 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 смотри. Нас потихоньку, ребята, отодвигают. Так, минус стрелок. Хорош, крокодильчик, давай, наяривай, родной. Мы не должны позволить им срубить это дерево наше. О, да. О, да, ребятушки. Справились. Фух. И это хорошо, друзья. Это прям, блин, замечательно. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Так, передвигаемся с тобой на ресурсы. 56. А сколько стоит на... 260. 380. А мы с тобой открывали вот это? Кто это такой, я не пойму. А, это кенгуру. Все, я вспомнил. Это панда. Это защита у нас была. Носорога я не помню, ребята. А вот тигра... Мы до тигра, по-моему, не дожили, да? Ну, в плане, не дожили. Я имею в виду... Игра у меня дальше не пошла. Поэтому тигра мы, по-моему, не получили. Я не помню, ребята. По-моему, не получили. А тут еще, видишь, режим выживания есть. Пройдите, говорит, обычный режим. Обычный режим, говорит, пройди. И тогда тебе будет доступен режим выживания. Я ничего менять не буду, ребята, здесь. Сами понимаете. Просто элементарно даже нечего менять. Давай начнем с этого. Ну, этого болвана хорошо бомбим. С этим, конечно, вот... А? Крокодила, что ли, позвать? Ну, давай, бей! Да, я, наверное, ребят, крокодила все-таки позову. Пускай их там за задницу кусает. В плане, они уже там... Слушай, а тут всего две волны, ну, что-то как-то жестко. Может быть, все-таки оленя позвать? А крокодилы что, ушатали уже? У меня кокосов нету, блин. Жуй кокосы и бананы, блин, называется. Черт подери. Ну их дофига там. Ай-я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 й.
Сейчас уронят дерево. Друзья, дерево на соплях держится буквально. Может, все-таки не получится у них уронить дерево, а? Фью. По-моему, получилось. Да, ребят. Дерево сохранили. Так что бомбим машиночку. Есть. Тут и оно. Засранцы. Да-да-да-да-да. Три деревца у нас целеньких. Я не помню, ребят, что это гриб делает. Честно говоря, не помню. Да, два листочка дали. Сто двадцать листьев у нас. Я, наверное, так, все-таки апгрейд сделаю. Да, тут очень много нужно желудей. Очень много, ребята, от слова дохренище. Ну что, поехали. Следующая стычка у нас с лесорубами. Менять... Слушай, а как же мы с тобой открывать-то будем эти? Я уже не помню. Где-то же должны же у нас появиться улей там. Кто у нас там еще должен? Бобер появиться должен быть. Крокодил, ты что так медленно-то? И пошел по барабану ему на все. Плевать он там хотел. Так, нам нужно больше чего? Больше всего нам надо. Дай-ка я до третьего уровня прокачаю. Медик. Блин, гориллу ушатали. Ну, гориллу в основном где-то уничтожает кто? В основном уничтожает вот эти вот стрелки. Они очень, блин, ну, так сказать, дальнобойно бьют и жестко бьют. А медик готов. Поэтому тут как бы еще под большим вопросом, кого стоило бы финального, уже финальная волна? Но ведь халявы же не будет, да? Ведь не будет же халявы. Какая тут халява, ребят? Они тут давят меня, вон, смотри, ордой своей. Без какой-либо халявы. Давай еще горилку вызовем и... Блин, по одному этому желудю. Конечно, мы так замучимся с тобой летние скиллы получать. А хочется же. Да, ребят? У гориллы, по-моему, боксерская перчатка появляется, насколько помню, на скилле элитном. Там, по-моему, эффект оглушения идет у нее. Или отталкивание, точно не помню. Стрелки, вот как они меня вымораживают, а? И к ним не подобраться, и они издалека наносят офигенный, ребята, урон. Все-таки надо этих макак прокачивать. Они, их очень много, ребята, и они бомбят. Если мы их прокачаем с тобой, то каждая вот такая макака, ребята, будет очень неплохо наносить урон. Согласись. Чем та же самая горилла. Ну что же, мы с тобой прошли 7 желудей, 26 листочков. 4 листочка дали. Ну, спасибо большое. Так, что у нас? 30 листиков. Да за 30 листиков я, ребят, ничего, по-моему, тут не смогу прокачать. А нет, можно вон... Да ладно. Ну, не супер, конечно, мощно, ребят, прокачали, но фиг с ним. Слушай, а кто это такой? А, кенгуру. Ну что, погнали, ребят. Что делать-то?
Все то же самое. Давай, поехали. Начнем. Так, тут опять же, ребята, две волны будет. А, он в дерево стреляет? Давай, крокодила. Блин, бежит, бежит, бежит. Ламберджек этот. Лесоруб. Блин, эту гориллу вырубают. А чё крокодил-то мой там стоит? Вот, медика он уничтожил. Так, они отвлекаются, ребят, пока мы на моего крокодила. Мы в этот момент хотя бы с этим разберемся. Блин, я потом же вспомнил. Там будут, ребята, у нас дальше парашютисты. Ёпарасоте. Когда мы с тобой будем как ошалелые и вот так вот бегать? Да-да-да-да-да-да-да. Это я вспомнил, ребят. Чего там? Давай еще одного крокодила призову все-таки, ребят. А это сейчас мне не аукнется ли, блин, крокодила я призвал? Дерево-то рубят? Слушай, ну крокодилы хорош. Хорош, вот когда их двое, прям смотри, как нормально так бесщадно их валит. Так, сейчас финальная волна должна быть вроде, да? Ну, да, это последние, ребята, гаврики. Мы сейчас разносим и уровень пройден. Сейчас мы разнесем эту машинку в дрибадан. Есть. Так. Вот он, друзья мои. Я же говорю, что улей должен быть. Ага, бис-бис. Да-да-да-да-да. Улей, это, кстати, хорошо, ребят. Особенно, если его еще и прокачать. Блин, я хочу 10 листиков. 4, блин. Так. Сколько у нас? 47 листочков. 47 листочков. Я могу прокачать крокодила. У него атака повышается. Ой, что я сделал? Да, ребята, вот боксерская перчатка. Крокодила. А, плюс одна жизнь. Подожди, плюс одна жизнь. Это, по-моему, плюс одно дерево, насколько я помню, да? Вот, кстати. Если мы вот это прокачаем, ребята, у них появится палка. У них появится палка. Сколько у меня? 50 листьев. Ну, что, ребят, надо идти. Надо идти действовать. Сейчас мы с тобой возьмем еще сюда улей. Так, команда Джек. Новая, это вот это вот, да, блин. Нет хода без добра, как говорится. Блин, зря я, наверное, так делаю. Блин, я не помню. Ну давай посмотрим так.
Ну что ты, уже стругать начал, уже струганину пошел гнать. Да, ребята, эта обезьяна у нас сейчас в рукопашку пошла. Ой! Ой-ой-ой! Так. Вот почему нам показали с тобой вот эту штуку. Что, типа, смотри внимательно. Не пропусти. А что там у них так, ребят, сейчас поддавили здесь? Смотри внимательно. Прям даже самому интересно, почему мы их так сюда сплющили-то их. Блин. Да куда вы пошли-то, ну... А, тут есть у меня, да? Есть прикрытие, ребят. Нормально. Зуботрещину получил. Блин, вот то, что они туда, конечно, под машину лезут, это вообще не есть хорошо, ребят. Она сейчас будет сбивать нас. Когда все-таки у обезьян кокосовый этот находится, он... Они стоят и стреляют этими. А тут, смотри, видишь, что происходит? Да ладно, серьезно что ли? Прошли. Ха. Ништяк, друзья мои. 56 лесорубов здесь было. Да что у меня все листочки-то? Да что-нибудь нормальное-то. Так, а тут что у нас уже? Следующее животное что ли будет? Серьезно? По-моему, пока я ничего не буду, ребята, делать. Давай сюда сходим. Блин, я вот не знаю, стоит ли мне улей-то убирать, а? Он же хороший улей, ребят, согласитесь. Там нифига себе новый подрывник, ребята. Крокодил, нет, 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 ну куда ты пошел? Ну, я на тебя такие надежды возлагал, он взял просто и ушел. Ой, какой он маленький урон-то, оказывается, наносит. Кокосами-то этими, ёк-макарёк, я-то думал... Оно того не стоит, друзья. Я думал, там реальный урон, ой. Твою-то налево, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Половины дерева, ребята, уже нету. Подрывник там, ёк. Да Юли сюда закинул. Так, с этим справились, отлично. Да, дерево, блин.
Без флота, ребята, плохо, очень плохо. О, тут еще и три волны будет. Вторая волна сейчас пойдет, блин. Нет. Как ты меня со взрывчаткой заколебал там, а? Приземляется. Ну, подбили, подбили. Я просто должен глянуть здесь. Все нормально, ребят. Все прекрасно пока. Крокодилы? Они даже крокодила уже завалили. Финальная волна, блин, меня это не радует нисколечко вообще. Ой-ой-ой-ой-ой, бежит их там сколько, посмотри. Как ты меня с динамитом заколебал, а? Ну что там опять-то происходит? Там... Крокодила вызываю, ребят. Пускай идет. Вышел крокодил? Вышел. Но... Там опять еще что ли? Последняя же волна, говорят, а их все больше, больше и больше становится. Ну, с какого перепуга-то вдруг? Эти, конечно, я не ожидал, ребята, что вот эти макаки, они просто наносят мизерный урон. Они, по-моему, кулаком намного больше наносят, чем бросайка. Может быть, кокос, кстати, прокачивать надо? Тогда будет лучше. Фух, я тебе скажу, что у нас просто жизни на этом дереве было мизер. И, по-моему, мы прошли. О, да. Замечательно. Прекрасно, просто сложно было. О-о-о-о-о-о. Тигр, что же у нас делает тигр? Точнее, даже не тигр, это лев. Что же он делает? Он у нас... А, он повышает скорость атаки. А, бег. А, ну и бег, и скорость атаки. То есть, типа, своего рода баффер. Блин, опять два листочка. Он баффер получается, ребят. Вот так вот. И хочется, да, и колется, называется. Ну что, ребятушки, попробуем. Так. Какой-то чувак здесь. Убираем тогда этого льва, ставим. Я, наверное, уберу, ребят, кокосы, блин. Ай! Тихо! Назад. Не знаю, что из этого получится. Посмотрим. Thank you.
Фига тут у нас. Две волны, да, будет? Спустился гаденыш с небес. Так, Лев. Лева, по-моему, будет сейчас именно рыком своим, да? Что-то как-то. Так, а он что, атаковать-то не будет, что ли? А, нет, атакует. Я же думал, просто будет этот стоять там сзади. Ну ты вот издеваешься, ну такой вот, вот такой ты ватный, что ли, получаешься у нас. Но, давай, родные мои. Не, ну тут нужен крокодил тогда, блин, получается. Раз они там стоят, блин, чтобы крокодил хотя бы их сзади там бомбил. Ну что за бред, они идут туда, он сейчас их-то просто размотает всех. Это не дело. Хотя у нас последняя волна, ребята. Может быть, даже у нас все и получится. Уже получилось. Да, уже получилось, ребят. Неожиданно как-то для нас. Очень быстро мы здесь разобрались. Круто. Что я тебе могу сказать? Очень даже круто, ребят. Прямо аж радости, полные трусы. Такс. Тынь-тынь-тынь-тынь. Да, друзья. У нас вот. Зачем я это нажал? Это режим. Ребята, это режим выживания. Но я не помню, что он нам дает. Давай посмотрим. То есть, чем больше мы с тобой выживем, ну, тем лучше получается. Сейчас попытаемся. Может быть, это чисто как для фарма, ребята, уровень придуман. Ну, ты понял, да? Сейчас попробуем пофармить. А, ну да, ребята. Видел, листочки падают. А крокодил пошел себе довольный. Пофигу ему на все. Да, и ты посмотри, сколько у них здоровья, ребят. Ага. Они нас тут. Они нас порвут. Они просто нас, ребята, тут порвут. Чувак с бензопилой, да куда ты лезешь-то? Что мне там? Ё-моё. Это сейчас будет больно и жестко, ребят. И чувак с этой, со взрывчаткой-то приполз, блин. Взрывчатка, ты видел, сколько она отнимает здоровья, ребят? Все. Смотри. Ну тут ладно, немножко, а там аж больше половины хп отнимает. Во!
Три... Три листочка, ребята, я получил. Три листочка. Три замызганных листочка. Сейчас дерево, ребята, скосят. Бедная моя обезьянка. А, так у нас еще и вон там беспредел идет. Твою налево. То есть везде по беспределу идет, да? Я понял. Ваш юморок. Молодцы, хорошо устроились. Даже крокодил, ребята, он отравленный, его еще и взорвали. Куда ты бросил-то? Куда ты бросил, Рей? Да, лютое, лютое, ребята, выживание здесь, если честно. Очень лютое. О, что мы с тобой нашли? Блатной бонус. Я не помню. По-моему, восстанавливает здоровье всем. Да, это восстанавливает здоровье. Да, тут сложновато, ребят. 21 лесоруб у нас пока побежден. Я так понимаю, да? А это сколько мы с тобой времени здесь продержимся? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как они быстро, как они, ребята, его... Ой! Был бы какой-нибудь у нас, блин, я не знаю, массовик какой-нибудь. Затейник, который бы... Я просто, ребята, не успеваю, как тебе сказать, ну, призвать даже, блин. Как они уже там все разносят. Там вроде крокодил, все это, но... Там его сзади уже кто-то там наяривает по крокодилу. Ай-яй-яй-яй-яй, дерево срубит сейчас. Вот это называется режим, блин, выживания, ребят. Ауч. Очень дофига их. Тут прям армада их. Все, ребят, я больше ничего не могу делать. Дерева нет, я не могу подняться. Сейчас мою обезьянку уничтожат. Блин, я не забрал ни это, ни листочек. Зашибись. Просто не успел, ребята, поднять. Пипец. Да, понятно, что прокачать элитные скиллы будет вам счастье. Конечно, будет несчастье. Так, ну что, забираем, ребята, здесь награду. Продержитесь 5 минут на выживание. Я продержался 5 минут, отлично, ребят. Вот так вот.
Итого мы имеем 88 желудей, 86 листочков, 48 деревьев, я так понимаю, мы спасли с тобой. Тю-тю-тю, 126, блин, ну, 126 листочков. Ну да, это серьезно. Ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!